Сейчас Следственный комитет устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Известно, что причастны к нему не один, а два директора, которые по очереди руководили предприятием в этот период. Желание обхитрить налоговую обойдется им дорого. Придется вернуть не только сокрытые 12 миллионов, но гораздо больше. Если в ходе расследования уголовного дела будет полностью возмещен причиненный материальный ущерб, то есть выплачены суммы недоимки по налогам, штрафов и пени, следователем может быть рассмотрен вопрос о прекращении уголовного дела. Если же ущерб не будет возмещен и уголовное дело будет направлено в суд, в случае вынесения судом обвинительного приговора виновным может быть назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Только за прошлый год в Югре было возбуждено 48 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. В итоге предприниматели вернули в государственную казну, включая пени и штрафы, 653 миллиона рублей.